красивым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно. Стоит только захотеть, и все возможно. Ты всегда пример для подражания, и об этом все в округе знают. По плечу любые испытания, и ничто тебя не напрягает. Если даже неприятности коснутся, только о хорошем твои мысли, на тебя все готовы оглянуться. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это